Владимир Сапрыкин. Время. Читает автор. Время – суть бытия, время вечно, то душевно, а то бессердечно. Вместе с ним мы гуляем на воле, то поем, а то воем от боли. Ежедневно ведем разговоры и решаем давнишние споры. Время мчит, нам обиды прощая, у него нет начала и края. Время – суть бытия, время вечно, потому что оно бесконечно. Время тащит судьбы наше бремя. Научитесь беречь свое время.